Премьера на национальном телевидении. Программа «Открытый регион» с Натальей Володиной. Вы узнаете о том, что такое многофункциональные центры, какие услуги жители республики могут получить через одно окно МФЦ и для чего все-таки нужно оформить универсальную электронную карту. Гости студии – заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли республики Инна Антонова и технический директор компании-разработчика «Интернет-сервис» Сергей Белов. Смотрите 19 мая в 20:30. И слушайте на национальном радио Чувашии 21 мая в 20:30.